легкая криза упала на счастье. Это плода грыза, и возвышенным станет тот, кто был низок, и конец уже близок. От пасты рывок челюстями, и в горле застрянет кусок чуждого ума зрения, тяжести и спрашивания, мнения, веры в поисках одобрения. Удобрый, потрачено, прощено, тело вредное, тревожное, либо из зрелищ, и принять во рот белую боль, на древней линии почти мало, и от наличных измен, интриг и скандалов. Вандалы плюют могилы собственной совести, вести дурные вон лицо этой повести. Повесьте повышися, кто жадно дышит, выдыхая лишь горести. Никого не спасти! Назвали кусок перекрашенной стали. Мы все устали. Министры, которые пока не брали в рот земные дали. Нас увезли к самому краю оскаленной пропасти. Жадные зубы разлетают котлоны синеющей души, летящие вниз. Никого не спасти. Все мы тащим до вроде крыс. Для чего? Никого не спасти. Для чего? Никого не спасти. Нет, ничего. И никого не спасти. Ничего. Каморка кишит персонажами разными, заполнена духами, смазана сажами, за нашими окнами стух замер, застиг в обломках. Деревья превратились в воронку, признав преимущество спирали винной системы. Дрожь до кончиков пальцев по телу, мысль спорхнула, взлетела. Надежды уплыли, солнце не видно от грязи и пыли. Грибной апокалипсис полную силу настиг, и никого не спасти. Антон Попой Раскал, ваши аплодисменты. Вспомните о своих близких. Если у вас есть огород, вспомните о своих огородах. Если курятник, о своих курицах. Любите друг друга, любите мир вокруг себя. Я желаю вам добра. Руки золотом нальются, больно разрастутся. Воскресни курица, и все разрубится. Законы дурят, а руки рулят. И все разрушится. Законы дурят, а руки рулят. Воскресни курица, и все разрушится. Законы дурят, а руки рулят.
Чуки, все, аллилуйя. Не только делайте добро.